камерная Карина Ворон в сольной своей зоне 5 нот имеет по звучанию. Это полная пентатоника. И 3 ноты бурдонного звука. Настраивал я Акарину таким образом, что ключ пентатоники начинается с фа, и дальше идут диезы, соль диез, ля диез, до и ре диез. Соответственно, бурдонные звуки при закрытом состоянии всех отверстий — это ре диез. Открываем первое отверстие — фа. Открываем второе отверстие — соль диез. Получается, звуки пересекаются. То есть здесь начинается в сольной зоне с фа, а здесь начинается с ре диез. И потом фа бурдонной зоны пересекается с сольной зоной фа. То есть это звучит вот так. То есть два одинаковых звука. И потом у нас есть последнее отверстие, это соль диез. Оно пересекается с сольной зоной. Вот здесь тоже соль диез. Вот. Вот, они получаются одинаковые. Выбор бурдонной зоны я определил так. Когда у нас закрыты все отверстия на бурдоне, то есть звук ре диез, мелодия нестабильная получается. То есть басовая часть, она не дает какую-то такую ровную, как бы ведущую ноту. А ведущую ноту бурдонный звук дает фа. Когда мы открываем отверстие фа, то мы слышим, что звук находится в положении, в начальном положении, в котором начинаются любые композиции. То есть вот открыл я фа, играю. Звук стабилен. Бурдон играет совсем сольным рядом. Все ноты прекрасно сочетаются с бурдонным звуком. Поэтому любое отверстие, открытое на бурдоне, оно сопровождает основную сольную партию на всем протяжении звукоряда. Когда же мы закрываем полностью бурдон, звучание получается несколько торжественное, но не основное. То есть всегда, возвращаясь на фа в бурдоне, мы возвращаемся на основной звук. Вот так вот. И возвращаемся. Снова закрываем. То есть это такой звук переходный получается, ре диез, вот закрытые все отверстия. И последнее отверстие — это соль диез. Открытые все отверстия, бурдон дает торжественное звучание. Я его так называю, это отверстие — торжественное звучание. Потом переходим на фа. Такое серьезное, стабильное звучание. И слегка торжественное ре диез. Мелодия закончилась, закончили основным тоном. Такой ровной, восходящей ноты, которая начинается основой любой композиции. И теперь я пробую играть полностью все бурдонные звуки с полным сольным звукорядом. Закончил фа, и мелодия сама тоже закончилась.